Найти работу и лично пообщаться с представителями компаний, спланировать карьеру или обучение, узнать о господдержке при трудоустройстве и пройти бесплатный мастер-класс или тренинг. Всероссийская ярмарка трудоустройства дает северянам много возможностей. Из достаточно регламентированного мероприятия, каковым обычно вроде бы является ярмарка трудоустройства, да, это превратилось в хорошем смысле в очень масштабное мероприятие с целым рядом активностей. В Кольском Заполярье ярмарка прошла сразу на 7 площадках кадровых центров службы занятости в Мурманске, Кировске, Кандалакше, Апатитах, Мончегорске и Коле, а также на территории молодежного пространства Сопки в Заполярном. Среди участников немало школьников и студентов. Для чего это делается? Чтобы сегодняшние студенты, конечно, оценили возможности образовательных организаций, совместили свою профессию с открытыми вакансиями на рынке труда. Вот что мы здесь обязательно предусматриваем. Всего более сотни работодателей представили 1500 вакансий. Гости ярмарки могли лично задать вопросы и на месте пройти собеседование. Мы рассказываем о наличии вакансий, о заработной плате, о наших преимущества, да, о том, что мы можем, какие льготы предложить кандидатам, соискателям. Также мы берем на практику студентов. Собеседование проходит замечательно, в принципе, вот доброжелательные все представители компаний. Вот резюме оставил уже в две компании. Карьерные консультанты помогали индивидуально разработать карьерную траекторию, исходя из потребностей, пожеланий, возможностей и способностей соискателя. Тройка лидеров среди востребованных профессий в Мурманской области, так же, как и в целом в стране. Инженер, сварщик, металлург. Есть потребность и в экономистах, и юристах. Александра Пескова, Юрий Монаков, Станислав Евлевский, ТВ 21+.